Очередное заседание межмуниципального штаба, созданного по поручению Министерства экологии Московской области, прошло сегодня в администрации под председательством главы Дмитрия Жарикова. На совещании обсудили ряд вопросов по решению проблем полигона «Лесная». Восточный склон полигона «Лесная» сейчас накрывают геосинтетической пленкой. Она позволит минимизировать неприятный запах. На сегодняшний день уже перекрыто 20 тысяч квадратных метров тела полигона. По поручению правительства Московской области эти работы будут завершены в кратчайшие сроки. До 1 сентября мы эту работу завершили. Восточный склон будет полностью укрыт. Было поручение завершить укладку пленки, приступить и завершить укладку пленки по склону, расположенному в центральной части старого тела полигона. Работы по пересыпке полигона продолжаются в ежедневном режиме. Объемы ввозимого грунта в течение недели будут увеличены с 1000 кубометров почти до 2. Было принято решение уплотнить уже завершенное тело полигона грунтом сверху, дабы уменьшить возможные выбросы свалочного газа. На Лесной ведутся работы в усиленном режиме. Группа специалистов 2 раза в день обследует тело полигона. В планах бурение дополнительных скважин и дальнейшее обустройство газосборной системы.